Всем огромный привет! Давайте сегодня поговорим про SPF. Вы, наверное, уже поняли по названию этого видео, что об этом пойдет речь. А вы подумаете, Света, что ты совсем того, вообще-то уже зима на носу, какой SPF, но, как мне кажется, это очень важная тема даже в этот период, не даже, а в этот период, потому что многие начинают использовать всякие агрессивные компоненты в уходе для того, чтобы после лета, когда нельзя было в основном использовать эти продукты или кто-то боялся их агрессивного воздействия совместно с солнцем. Я говорю о кислотах, о ретиноле, соответственно. И сейчас, когда все начинают вводить в свой уход вот эти агрессивные компоненты, SPF как никогда актуален. Даже, казалось бы, в совершенно не солнечный день, это очень важно для того, чтобы ваша кожа была защищена. Потому что под воздействием этих компонентов кожа становится тоньше, она более подвержена к пигментации, поэтому, соответственно, нужно за этим следить. Также я сейчас нахожусь в той стране, в которой почти 365 дней, ну, я немножко преувеличиваю, все же есть пасмурные дни, но в основном всегда светит солнце. И да, оно в зимнее такой весенний период не такое активное, как летом, оно не так высоко, но в то же время все равно нужно иметь какую-то защиту на лице и теле. Сегодня мы с вами поговорим про лицо, потому что я обладательница комбинированной такой склонной к жирности кожи, и это немножко проблема, потому что SPF, как вы, скорее всего, знаете, он не так хорошо дружит с такой кожей. Он сам по себе жирный, потому что, ну, это его особенность. Так делают состав для того, чтобы действительно компоненты все работали хорошо. Кожа блестит, и многим это не нравится. Но я как приверженец того, чтобы кожа хорошо и по-здоровому сияла, для меня, в общем-то, в блеске нет проблем. У меня больше претензий к тому, что оставляет белые разводы и также пачкает одежду, вашу бижутерию и так далее. Но давайте начнем. Я не буду в этом видео, наверное, вам какую-то лекцию читать. Слишком много таких очень полноценных, очень исчерпывающих видео на YouTube. Вы можете забить просто в поиске, и вам выдаст целую кучу и маленькую тележку с полезными, хорошими видео, там, где действительно разбираются по пунктам, что к чему, в чем вред, в чем не вред. Я приверженец того, что для человека и для природы SPF не так плох, как если его не использовать для кожи. А для природы, ну, знаете, у нас слишком много сейчас таких факторов, которые действительно вредят нашей окружающей среде, и капля там SPF, который может попасть в море или в слив канализации, я не думаю, что это прям такая глобальная проблема, как многие ее раздувают на самом деле. Но это лично мое мнение, ваше может отличаться от него. Сейчас мы просто поговорим про SPF, которые у меня есть и которые я использовала в поиске какого-то плюс-минус идеального для себя. Хотелось бы сказать все-таки немножко теории, что все вот эти надписи на ваших тюбиках типа UVB и UVA — это обозначение того, что ваш солнечно-защитный крем работает с двумя типами лучей. UVB — это те лучи, которые вот благодаря, нельзя сказать благодаря, но из-за которых мы обгораем, когда случаются вот эти страшные красные лица, эти, не дай бог, волдыри. А в UVA — это пигментация, это сухость вашей кожи, это
преждевременное старение, это морщины и так далее. И также делят на химические и физические, или по-другому минеральные, это такие как цинк, оксид и титаниум диоксид. Это те, которые оставляют белые полоски, те, которые выбеливают ваше лицо. Это как физическая защита вашей кожи. А все остальные — это вот эти непонятные какие-то химические названия, но, в общем-то, ничего там плохого нет. Начнем с SPF 30. Это супергуб, водостойкий, который вы скорее поймете, если я скажу, что он как база под макияж, которая силиконовая. Это вот то же самое. Он наносится абсолютно вот таким матовым слоем. Кожа бархатистая от него. Она меньше жирнится. Он, я не знаю, как проверить, водостойкий он или нет, но, по крайней мере, когда потеешь, то кожа после этого не обгорает. Поэтому, да, скорее всего, это так и есть. Здесь у меня формат маленький, в 15 мл, но его много не нанесешь. То есть всегда обычно работает правило вот этих двух пальцев с SPF. Но его, если нанести два пальца, то это просто будет какой-то совершенно невпитываемый, лежащий на поверхности слой. То есть с ним будет некомфортно, поэтому я его наношу намного тоньше, и он, в общем-то, работает хорошо. Ничего не могу сказать о нем плохого. Единственное, что, наверное, цена за более большую упаковку довольно высокая, и это вы смотрите уже сами, как вам подойдет он или не подойдет. Также имеет место быть такой вот санскрин с тоном или вместо тона, то есть вы можете использовать его на каждый день как тональный крем, и он будет у вас с защитой. Защита здесь 30, и это неплохо, мне кажется, как для города это идеальный вариант, когда вам не нужно наслаивать вот эти непонятные сначала крем SPF нужно нанести, потом походить, чтобы он впитался, потом нанести только тональный крем, а здесь два в одном, и это выглядит красиво, кожа выглядит абсолютно выровненной, такая она как будто бы немного отретушированная. Очень красивый эффект. Единственный минус — это, наверное, то, что он такого цвета, что если у вас кожа совершенно не загорелая, очень светленькая, то, скорее всего, вам цвет этот не подойдет. Светлее у них, к сожалению, нет, но в таком случае вы можете подобрать свой тональный крем, который вам подходит, который вам нравится, с таким же фактором защиты. Тот же Shiseido у меня идет с SPF 20, например, это тоже неплохо, и я думаю, достаточно для города, для зимы, это очень даже достойный такой фактор защиты. Этот SPF, он комбинированные, в нем и химические, и физические фильтры, что тоже приятно, это для меня всегда работает. Кстати, в этом абсолютно химический состав, и это тоже неплохо. Не представляю, как можно было добавить в такую консистенцию физический SPF, и чтобы он оставался таким прозрачным, не пачкающим одежду и лежащим на лице абсолютно прозрачным. В этом смешанный состав, и, как я поняла, по истечению вот всех проб моих в SPF для лица, для меня лучше всего подходят смешанные составы, там, где и минеральные, и органические, так сказать, фильтры. Это не так лежит для меня маской. Так что, если вы хотите два в одном и кожа у вас не совсем светлая, то Holy Land очень даже достойный вариант. The Alba, вот такой увлажняющий крем-флюид, он очень хорошо впитывается, он очень-очень легкий. С такой текстурой очень легко вот как раз-таки нанести вот этих правил, это правило двух пальцев, потому что он очень-очень легкий, хорошо впитывается, даже для моей вот комбинированной кожи он неплохо лежит на лице,
Единственное, что, конечно, под конец дня он более блестящий, нежели там все остальные. Скорее вариант для сухой, нормальной кожи. Он, мне кажется, очень многим понравится. Он не пачкает одежду. У него такой приятный аромат. Кстати, в Holy Land тоже очень приятный такой травянистый аромат при нанесении, хотя из тюбика, кажется, и не пахнет. У этого такой цитрусовый, легкий аромат, если для вас это важно. Заказывала энзимную пудру от MH Skincare и положили вот такой вот пробничек. Я наслышана о их SPF-ах, и мне хотелось, ну, вы видите, сколько у меня тюбиков, и все они не закончены, и я уже решила, что я не буду ничего пробовать, просто закажу то, что действительно мне надо. Но в посылку мне добавили пробничек, это SPF 50, это вот такой вот самый нашумевший, который знаменит. В нем как раз-таки комбинация физических и химических, он такой беленький, и он тоже не пачкает одежду. Он легкий, слегка может лежать таким легким грузом на вашем лице, но спустя где-то 15 минут он уляжется у вас на лице, и все будет в порядке, вы абсолютно его не будете чувствовать. Единственный, наверное, минус его – это цена, он довольно дорогой, поэтому и его не так легко найти. Очень хороший способ понять, нравится вам SPF или нет, подходит он вам или нет, это вот такие вот маленькие пробнички. Два SPF 50, которые действительно мне подходят, с которыми у меня нет никаких проблем. Ну, с предыдущими как бы тоже особо нет проблем, просто вот эти как подошли мне, наверное, лучше всего. Они, мне кажется, абсолютно разные, это подойдет для сухой, очень сухой, нормальной кожи. Этот подойдет для жирной, комбинированной. Давайте с этого начнем, потому что в нем есть большое но. Я не знаю, это работает только со мной или нет. Если вдруг кто-то посмотрит мое видео из тех, кто пробовал этот крем, и у них такая же вот история, то напишите мне, пожалуйста, чтобы я себя не чувствовала одинокой. Этот крем просто идеальный. Это Helioake, это гель Oil Free, он с идеальной защитой 50, он действительно очень легкий, он наносится и впитывается моментально, то есть не надо ждать, он прям вообще в нанесении, это идеальный SPF для меня, потому что вот эти вот все танцы с бубнами, когда нужно, ой, подождать, пока он впитается, для того, чтобы потом, если вам нужно нанести макияж, это, ну, не очень практично, не очень как-то для жизни, что ли. Хочется, чтобы это все было быстро, потому что это и так отнимает у вас и вечером, и утром дополнительное время, когда вы наносите SPF. Но как бы такая участь, и раз уже начинаешь этим пользоваться, то надо пользоваться как надо. Вот. И единственный его минус – это когда очень-очень жарко, я заметила это на себе, что такого же эффекта нет, когда температура, ну, адекватная, то есть до там, 28 градусов, такого нет. Я говорю вам о запахе. Это очень странный запах, я даже не могу его описать, это каких-то... Вот знаете, как в детстве, не знаю, сейчас это раскрученная и популярная камбуча, а в детстве у нас это был чайный гриб. Вот, так он именно пахнет мне этим, и, скажем так, для меня запах это не очень приятный. И это происходит не сразу. То есть дома все окей, когда ты выходишь на улицу, когда кожа начинает потеть, он начинает, во-первых, парить, прям вот в этих зонах, где обычно вот выступает пот, там, где кожа начинает выделять жидкость, он начинает прям парить так сильно, и вот этот запах этого чайного гриба.
Что не происходит абсолютно, когда температура адекватная и нормальная. С ним вообще, то есть ни запаха, то есть у него есть какой-то запах такой сладкий, что ли, такой вот, ну, нормальный запах. То есть он ничем таким прям химическим, ничем вонючим не пахнет, просто из тюбика он точно так же наносится, пару там минут ты его чувствуешь, потом ты о нем забываешь. Но вот когда жарко, я просто не могла этим пользоваться. Это для меня было, ну, неприемлемо, это было неприятно. Вот, поэтому я искала что-то другое. И для обычной, нормальной, вот сейчас у нас стабилизировалось уже октябрь, все-таки месяц, наконец-то у нас стало прохладнее, и его можно использовать спокойно, все будет хорошо. А вот в жаре, конечно, нужно использовать что-то другое. Напишите мне, пожалуйста, если кто-то чувствует то же самое при высоких температурах. И последний SPF, это тоже такая YouTube-бомба. Все говорили о нем не смолкая, я решила тоже заказать на iHerb. Это Beauty of Joseon, наверное, так, да? Кто как произносит. Здесь тоже SPF 50, и у него химический состав, он очень легкий, он прям консистенция лосьона, он легко-легко разносится, впитывается, и кожа такая сияющая, выглядит как база под макияж сияющая, вот прям точь-в-точь. Если вам нравится такой эффект, то берите смело, потому что защищают вообще все средства, которые я вам сегодня показываю, они все отлично защищают от солнца. Я не знаю, остались ли еще... Нет, остались. Мы в прошлом году были, когда в горах в Австрии, и я не знаю, я посмотрела прогноз погоды, тогда уж прогноз погоды в айфоне начал барахлить, я посмотрела прогноз погоды, и там было что-то очень там дождливая неделя, и я решила, зачем мне SPF, как бы, и тут мажешься им постоянно без конца, там хоть отдохнет кожа. И как же я была не права, потому что были солнечные дни, а в горах, вы как знаете, это то же самое, что на море, даже может еще хуже, когда солнце очень сильно шпарит, и мы, конечно, ну, мой нос был, как всегда, супер красным и обгоревшим. И мы тогда купили какой-то, что-то выходной был, наверное, в воскресенье не работали магазины, и там какой-то один был магазин, который был открыт, и мы взяли там какой-то SPF, и он вообще, типа, ничего не сделал. То есть от него, мне кажется, еще хуже было. Ну, там 100% было написано SPF 50. Я потом изучала эту банку, типа, что это такое, но он вот вообще ничего не делал. Стало потом на следующий день еще хуже, и мы потом уже поехали, был понедельник, мы поехали в аптеку, купили, по-моему, La Roche-Posay был, мы его быстренько схватили. Кстати, о La Roche-Posay я уже говорила вам в пустых баночках предыдущих. Это хороший SPF, он работает, он очень хорошо наносится, тоже тоненько, не оставляет следов, но он пачкает одежду. Вот как раз таки с ним это проблема такая очень неприятная лично для меня. Вот. И ну, тоже он защищает отлично. Все средства, мне кажется, плюс-минус сейчас хорошо защищают от солнца, плюс-минус даже самые дешевые, они нормальные, то есть масс-маркета, Garnier, там, они просто больше, наверное, добавляют вот этих физических минеральных фильтров туда, за счет этого они такие тяжелые, плохо размазываются, оставляют следы на коже, разводы, вот, но как бы не об этом сейчас. Beauty of Joseon. Он супер красивый, и с ним вообще кожа выглядит очень красивой, сияющей. Я люблю такое сияние. Ну, к вечеру, конечно, его чрезмерно, но можно воспользоваться матирующими салфетками и обновить, там, например, спреем свой SPF, если вы все еще находитесь под воздействием солнышка. Все, на все эти SPF ложится макияж хорошо,
Этот вообще заменяет тональный крем, поэтому тут, в общем-то, нет никаких претензий в этом направлении. Вот, всеми я плюс-минус довольна, где-то есть какие-то нюансы, но они, в общем-то, не такие прям глобальные. Плохого SPF я прям совсем ужасного не встречала пока, вот за это время, что у меня сейчас есть из активного такого пользования моего SPF. Раньше там были какие-то SPF, которые забивали супер кожу. Кстати, вот об этом надо тоже сказать, что смывать, конечно, нужно хорошо это дело, потому что это как поверхностный слой, который защищает лицо, но в то же время это такой фактор, у кого есть склонность к тому, чтобы кожа брала в себя больше, чем надо, и забивались поры. Это как раз-таки мой случай. Я не могу пользоваться гидрофильным маслом, а это идеальный просто продукт для того, чтобы смывать SPF. К сожалению, у нас как-то не сложилось с гидрофильным маслом. Я пробовала масла разных брендов, но как-то не сложилось. И потом мы обсуждали это с косметологом. Она сказала, что да, у тебя кожа склонна к тому, чтобы набирать на себя грязь. И гидрофильное масло в твоем случае, оно еще усугубляет это. Смываешь ты после этого его, ну, конечно, смываешь. Это не одним этапом, конечно, убирается. Но я нашла для себя золотую середину и использую двухфазную смывку. То есть для меня это работает, это тоже какое-то масло, все-таки там в составе двухфазной жидкости есть масло, поэтому я смываю сначала это дело двухфазкой, а потом уже умываюсь как обычно. То есть иногда я умываюсь дважды, сначала гель, пенка, иногда только пенка, иногда только гель, ну и потом, конечно же, это все еще доочищается тоником, поэтому я не переживаю за то, что моя кожа там как-то недоочищена. С SPF или без у меня всегда ситуация одинаковая, то есть это не зависит от очищения, мое состояние кожи. Вот такой небольшой обзор на средства с SPF. Надеюсь, что вам было что-то интересно. Делитесь в комментариях вашими любимыми средствами с SPF. Будет интересно почитать. Возможно, найду что-нибудь для себя новенькое. Но сначала нужно закончить этих товарищей. Всем большое спасибо за внимание. Ну а я, как всегда, всех целую. И всем пока.